Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать, как я мою сковородку, сковородочку. Ты живешь на Украине, а ты знаешь, как на украинском языке будет сковородка? Пательня. И чем ты ее моешь, когда она у тебя грязненькая? Что мне скажут? Я, допустим, мою, ну, для наглядности, вот мы нальем маслечко, я налью маслечко сюда. Она довольно жирненькая, видите, какая она жирненькая. О, сука, жира. Вы думаете, как я буду мыть? Я практически ее не буду мыть. За меня это сделает, знаете что? Горчичный порошок, который я для удобства с кулечка пересыпаю вот такую баночку, делаю отверстие. Вот здесь у меня находится, видите, синенькая крышечка, чтобы не перепутать, но оно и так видно, но я хорошо знаю. Здесь у меня находится горчичный порошок. Вот так вот я им как будто бы посыпаю. Мы его сеем, вот. Вот так легонечко посыпаем. А теперь я что буду делать? А теперь я буду наблюдать. А порошок делает свою работу. А что делает горчичный порошок? Горчичный порошок что делает? А смотрите, а он тихонечко в себя впитывает весь жирок. А я себе смотрю, это просто я вам-то хочу показать, так я ее взяла в руки, сковородочку. А так бы я ее даже и в руки ее не брала. Я просто наблюдала бы. И жир впитывается. Все за меня делает. Я только как фокусник кручу сковородочки, видите? А тут работает, ну так это постоит минут 5, и все это впитается. Ну, можно, конечно, взять салфеточки бумажные, да? Я как экономная хозяйка, у меня ничего не пропадает, я ничего не выбрасываю. Поэтому у меня есть такая разовая ветошь. Она из чего? Из разных полотенец, остатки. Я беру вот этой своей ветошью, аккуратненько, аккуратненько, видите? Все, вытираю как-то, вот, вбираю вот в эту ветошь свою. Ручки я не пачкаю, я не хочу руки пачкать. И вот эту ветошь выбрасываю в мусорное ведро. Ну вот возьму еще салфеточку бумажную, опять вытираю. Обратите внимание, сковородочка практически уже без жира. Вы видите? Все осталось, вся грязь осталась на салфеточке. Я ее тоже выбросила в мусорное ведро. И ручки у меня чистенькие, я их не испачкала. Включаю горячую воду. И под струей горячей воды с помощью губки я ополаскиваю сковородочку. Ополоснула. Но для надежности я могу еще раз чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть опять насыпать, посыпать, посеять, как хотите, моим любимым горчичным порошком. Обратите внимание, сковородочка чистенькая. Я вытираю бумажной салфеточкой. Обратите внимание, какая моя салфеточка. Вот, все делаю наглядно, красиво. Вот бумажная салфеточка перед вами. Чистенькая. И наша сковородочка обязательно, когда я мою, я протираю боковушки, я протираю донышко обязательно. И не знаю, как ваша сковородочка, но моя сковородочка вот в таком виде, чистенько и аккуратненько. Не забываю я за крышечку. Обязательно крышечка тоже моется. Но бывают такие случаи, очень редко, не знаю, как у вас, а у меня бывают, когда у меня пригорает. Ну, беда не беда, но такое, такая беда случается у меня. Тут я опять беру свой горчичный порошок, насыпаю его сюда и тружусь еще меньше. Вот я, понимаете, я, наверное, ужасно лентяйка, я тружусь еще меньше. Я просто беру, заливаю горячей водичкой, хорошо заливаю горячей водичкой, и накрываю крышечкой, крышечкой, и пусть она стоит 15, 20, полчаса, пусть даже час. Ни сковородочка не испортится, ни жидкость никуда не денется. Затем я зашла, вспомнила, ага, это все я выливаю, сковородочку я ополаскиваю, мне же ополоснула, и вот я вам показываю чистенькие беленькие салфеточки. Я опять протираю, протираю со всех сторон. Красота. На моей кухне
никакой химии нет. Я не знаю, чем вы чистите посуду, чем вы ее моете, но я использую только старый способ мытья вот таких жирных вещей, только чем горчичным порошком. Я очень счастлива и рада, что вы зашли ко мне на сайт. Заходите, я буду просто счастлива от общения с вами. Если я чем-то вам помогла или хотя бы настроение приподняла, то я буду вам дуже вдячна. До встречи.